Добрый день! Мы вновь приехали на подворье в Сумароково. Это русский район Московской области. И подворье это Новоспасского Ставропигиального мужского монастыря, одного из древнейших монастырей Москвы. И подворье существует 10 лет. Вот у каждого есть традиции. И у нашей программы тоже есть традиция. Каждый год мы обязательно приезжаем в Сумароково к отцу Сергию. И отец Сергий, вы нас всегда радуете своим... как-то оптимизмом, уверенностью в этой жизни и хозяйством. Вы человек очень хозяйственный, очень прагматичный. Вот за последние годы какие у вас результаты и что вы сделали? 10 лет развивается подворье, вы очень многое здесь поменяли в плане хозяйственном. Сначала, я помню, были у вас и многочисленные куры, перепелки первые, козы были, и потом вы остановились на главном, то, что для себя выбрали, это мед и как раз травяные чаи, и вам чай. Так. Добрый день. Какой у меня был долгий вопрос. Да, не только вы радуетесь, что сюда приезжаете, но я радуюсь, что вы приезжаете, потому что немножко нашу сельскую идиллию нарушаете, вносите такую суету, это очень хорошо. Потому что и даете возможность некой рефлексии, посмотреть со стороны на себя, на то, что мы здесь делаем, проанализировать, подумать и, может быть, что-то исключить, а что-то, наоборот, добавить, какие-то направления деятельности. Да, у нас 10 лет подворья, и много шишек набили, в том числе в хозяйственную деятельность, потому что думали, что что-то пойдет. Оказалось, что это очень тяжело и без какого-то такого серьезного и финансового вложения, и людского ресурса это невозможно делать. Потому что люди, конечно, в первую очередь важны. Вот скажите, пожалуйста. Были у нас козы, например, да? Вот я вас перебью, про людей давайте. Вы сначала были активным таким человеком, настоятелем этого места, и вообще призывали трудников. Вот 10 лет, сколько у вас трудников прошло и сколько осталось? Вот такая статистика. Да много трудников. До пандемии было очень много. Больше 300 трудников. Ну, за 5 лет, наверное. Из них всего один человек остался. После пандемии, и в пандемии у нас очень мало трудников было, потому что каждый человек – это еще и большая ответственность. А если еще сами люди без ответственности приезжают и не понимают, куда приехали, то эта ответственность вообще в 10 раз увеличивается на мне. И поэтому мы немножко так притормозили прием трудников, потому что вместо помощи подворью порой возникали проблемы. И для подворья, и для хозяйства не подворья. Потому что вот поручик кому-нибудь козами заниматься, а вовремя не подоили, и все, и весь труд, а порой и жизнь самих коз под угрозу. Поэтому сейчас меньше принимаем, но сейчас у нас 3 человека в братья. Кто в братья здесь несет послушание, но есть те, кто периодически нам приезжает помогать в качестве трудников. Но уже, конечно, не в таком большом количестве. Но я от этого не печалюсь, потому что понимаю, что и Господь все дает вовремя, и людей направляет тогда, когда это необходимо. А вы действительно сказали, что у нас сейчас есть мед, и вот мы свежий мед этого урожая мы уже откачали. А коз мы раздали, и они прекрасно себя чувствуют на других фермерских хозяйствах. Да, и какая-то у нас переработка и медовой продукции, и травяной. А сейчас такое все-таки кулинарное паломничество. Я предлагаю нам начать немножко готовить. У нас лето и время бахчевых. И мы с вами будем готовить арбуз. И будет у нас замечательный салат, легкий салат. Не постный салат, арбузы и сыр. Сыр вот такой мягкий, рассольный, можно фета, можно греческий взять, можно брынзу взять. С фермерского хозяйства, фермерского, где козы? Да, фермерского хозяйства, где, наверное, еще наши козы. Я уже не слежу за их судьбой. Просто салат мы просто делаем. Просто салат. О, к тому же, видите, как арбуз. Какой арбуз. Прекрасно. Так, вы сможете, значит, задача, нам много-то арбуза не надо, да? Что надо? Нам нужно с вами порезать маленькими кусочками, кубиками, чтобы его было в 2 раза больше, чем сыра. А может быть, ложкой удобнее, нет? Ну, да нет, я думаю, лучше разрежем. Вот, возвращаясь, собственно, к нашему... Помочь вам? Да я справлюсь. Ну, я в этом и не сомневался. Значит, возвращаясь все-таки к нашему подворью, нашей деятельности. Я сказал, что люди – это большая ответственность. Поэтому, но без ответственности невозможно. И, собственно, жизнь священника, она
именно священника, не монаха, который не наделен священным саном, а священника, она является общественным служением. Общественным служением. И Господь призывает к этому служению. Если, допустим, монах без священного сана, он может посвятить жизнь именно там, уединению, полностью молитве, да, без общения с людьми. А вот священник, он как раз является тем, кто помогает людям на их жизненном пути обрести дорогу к истине. И является спутником. Да, от косточек надо, конечно, освободить. Является спутником, который ведет и идет вместе с людьми этой дорогой. Поэтому и также набивает шишки. А то очень часто бывает... Не мельчите, нет, пускай крупно будет. А то люди иногда думают, что священник – это такой уже человек, который достиг святости. Нет, это абсолютно не так. И именно от этого вот ложного представления потом рождаются ну, какие-то ошибки в жизни людей возникают. Поэтому ни священник не свят, ни люди, которые рядом с священником, тоже. Ну, мы стремимся к святости. И об этом нам напоминает возглас на литургии «Святая святым». Мы стараемся на подворье, хоть и один священник, но литургию совершать очень часто. То есть практически, может быть, там 3-4-5 раз в неделю. У нас вот помимо здесь двух храмов, которые на нашей территории основной находятся, у нас есть еще один храм приписной в деревне Щербинке. Здесь недалеко, на Русском водохранилище. Это новый храм, который уже при мне был построен. И там мы служим по субботам. Там у нас еще один приход, не такой многочисленный, как здесь. Ну вот по субботам, каждую субботу мы стараемся там совершать богослужение. Отец Сергий, вернемся к сельскохозяйственной деятельности. Вот почему вы выбрали мед и чаи? Что это такое? Почему именно это направление, попробовав очень многое? Ну, потому что... Есть люди опять, что такое? Да, изначально была некая база. Здесь, когда я пришел, было несколько пчел семей. Но не было, опять же, людей, которые могли бы этим заниматься. Приходилось порой даже самому. Я помню, в один сезон был пчеловод, и потом он вдруг и исчез. Исчез, и мне пришлось самому заканчивать сезон, хотя я этим никогда не занимался. Ну, так вот, как-то, наверное, справились. А почему? Потому что очень благодатное. Это очень такое умиротворяющее занятие. Работа с пчелами. Это настолько уникальное творение Божие, что у них тоже много можно поучиться. Устройство жизни, чтобы каждый выполнял свои обязанности, на которые поставлены. А то бывает так, что мы смотрим по сторонам, за другими стараемся замечать недостатки, а своих не видеть. Это не очень правильно с духовной точки зрения. Так, мне кажется, достаточно. Хватит. Теперь давайте сыр. Вам кусочек, мне кусочек. Режьте. Тоже в такой же произвольной форме. И кладем сюда к арбузу, добавляем. Но только можно сделать немножко как в перемешку. Да, порезать его. То есть полностью вот это? Да, и поэтому, собственно, пчелы, и имеет еще значение, конечно, финансовое, так как мы все, собственно, подворье находимся в сельской местности, у нас много задач по восстановлению храма и другим, там, социальной работе, а пчелопродукты, не только мед, потому что это и пыльца, и перга, и прополис. Ну, у вас большая линейка за эти большая, годы да, сложилась. Которую мы сформировали, да, изготавливаем. Она помогает нам, собственно, заинтересовать в жизни подворья и привлечь не только людей верующих, но и тех, кто просто любит хорошую натуральную продукцию. Мы отправляем и по России, и даже за рубеж некоторые. А как понять, что она хорошая, натуральная? не только же вот сейчас уже... Это надо попробовать нашу продукцию. И тогда можно сравнить уже с тем, что вы видите, может быть, на полках магазинов. К сожалению, в России статистика такова, что почти 80% меда является фальсификатом. 80%? Почти 80%, да. Поэтому, если вы не знаете производителя, то надо очень ответственно подходить к выбору. Ну, сильного вреда, возможно, не будет... Ну вот и употребление, но и пользу, да, тоже, скорее всего. А ваш мед полезен? Полезен. Полезен и для тела, и для души. Достаточно. Смотрите, у вас даже красивее, чем у меня, наверное, получилось. Я хочу сказать, что вот, ваше кулинарное паломничество любит и смотрит по всей России. Я вот недавно был в паломничестве в Архангельскую область.
Архангельской метрополии. Там есть такой город Шенкурск. Я даже не слышала. Районы, да, его мало кто слышал. Может быть, знают о нем и помнят те, кто читал книгу «Отец Арсений». Такой бестселлер православный 90-х, начало 2000-х годов. Очень много раз переиздавался. И там он в двух рассказах упоминается. Упоминается этот город. И вот мы туда приехали, хотя не планировали. Там бывший монастырь, один сейчас приходской храм. И там вот женщины, которые в этот день читали акафист, нас с такой любовью встретили и узнали именно по передаче кулинарное паломничество. И даже те рецепты, которые мы с вами здесь готовили, они там у себя в далеком Шенкурске использовали, пробовали и приход угощали, которым они ходят. Да я сама очень много. Поэтому, пользуясь случаем, я передам им привет в этот Шенкурск и пожелаю помощи Божьей. И чтобы смотрели дальше кулинарное паломничество и телеканал «Союз». Да, но мне надо тоже сказать сейчас, что помогите телеканалу «Союз», наверное. Да, поддержите обязательно, «Союз». Потому что без поддержки... Очень трудно. Да, не может православное. Вот мы нарезали такой салат. Значит, сейчас посыпаем вот такими семенами. Видите, тут и тыквенные, и льна, и подсолнечника. Вот так вот обильно сверху все это посыпаем. Я вам тоже своей рукой можно? Можно, конечно. Да. И посыпали семенами. Обязательно добавляем крупную соль. Соль? Соль. Что-то крупное у меня здесь нет, но можно мелко. Просто соль. Соль. Обязательно соль. Солим. И черный перец. Ну да, что-то должно быть. А черный перец я сделаю в ступе сейчас быстренько. Можно не только черный, вот такой смесь перцев, да, немножко. Угу. Сейчас разобьем, будет очень ароматно. И ничем не поливаем, не заправляем, что ли? А, нет, ничем. Это такое освежающее, легкий. Все натуральное. Сам даст натуральный сок, да. И вот мы размяли и прямо тоже вот так вот посыпали. Необычно. Необычно. А вы знаете, у меня обычные рецепты на подворье. Ну, конечно, мы каждый день так не питаемся, а то подумают, что и арбузы с нашего огорода это не так. И ну, каждый день впереди. Мы едим. Ну, все, хотя бы тоже я пробовал такие вот маленькие, но очень-очень сладкие вырастали. Монахи, а Валаама вон ананасы выращивают. Да, когда будут у нас побольше людей, тогда и за мы сможем. Да, но я всех приглашаю. Приезжайте к нам на подворье, все мы рады, всегда экскурсии организовываем, показываем наши храмы, святыни, а у нас есть что посмотреть. Так но что... главное еще мед отведать. И отведать, и себе взять, и своим друзьям и знакомым поделиться. Качество гарантируете? Обязательно. Вот, кому сладости не хватит, может медом полить. Ну, к перцу самое то. Спасибо, всех благ.